Привет всем, друзья! Вы на канале Аматор Летсплей. Мы с вами будем проходить Resident Evil вторую часть, игру 98 года. В этом году вышел ремейк. Вот, но мы поиграем именно в ту старую версию, оригинальную. Так, посмотрим. По звуку хочу посмотреть, чтобы потише сделать. Блин, а это никак по-другому нельзя. Мышка не работает ни хрена. Ладно. Итак, а пока могу вам немножко о ней рассказать. Значит, вышла она 21 января 98 года. Это экшен и хоррор. Кто не в курсе, что такое Resident Evil. Разработчиками были те же Capcom, которые создавали и первую часть. Что касается сюжета игры, то Raccoon City по каким-то причинам пал жертвой массового появления зомби. Пока я буду вам рассказывать, будут видеовставочки стандартные. Так вот, появились зомби в Raccoon City, и мы в роли офицера полиции Леона Кеннеди, либо, если любите играть за девочек, то Клэр Редфилд. Кстати, Клэр Редфилд — это сестра Криса из первой части. Вот, ну, мы первую часть играли за Джилл. Вот. Так вот, нам придется узнать, что же происходит в Raccoon City. Мы побываем в жутких разрушенных местах, в заброшенных домах, и все это время нам придется сражаться с нежитью. Будем решать головоломки. Самое главное, попытаемся остаться в живых. В сражениях нам помогут разнообразные виды оружия и другие приспособления. Будет мрачная атмосфера добротного фильма ужасов. Как я уже говорил, можно играть за любого из двух героев. Есть 4 сценария прохождения игры. Хороший выбор оружия. От обычного ножа до огнемета и электрошоковой винтовки. Оригинальные интересные головоломки, органично включены в игровой процесс. Также роскошный бестиарий. Нам будут противостоять плотоядные растения, собаки без кожи, гигантские насекомые и рептилии, а также, конечно же, зомбаки. Будут эффектные видеовставки, нагнетающие мрачную атмосферу. Что касается системных требований, они, конечно же, минимальные. Это же все-таки 98 год. Но по привычке я, конечно же, их назову. Итак, Pentium 3 процессор нужен. Хотя бы пол мегагерца. Пол гигагерца, извините, 500 мегагерц. Минимально 128 мегабайт ОЗУ. Нужна хотя бы 16-мегабайтная видеокарточка, которая поддерживает DirectX 8. Вот. 1,5 гига свободного места на жестком диске. Ну, в принципе, и все. Давайте сейчас посмотрим трейлер к этой игре. Oh.
already bite me. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Hey, you okay? Still in one piece. The Excalibur! I'll meet you there. Okay. Так, ну вот такой вот трейлер, интригующий. Пошли поиграем. Вот. На этом все. Смотрите прохождение этой и многих других игр на канале. Все, увидимся в новых видеороликах. До встречи.